Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». Представляем вашему вниманию небольшое обзорное видео на винтовке «Хатсан». «Хатсан» — это турецкая компания, которая является крупнейшей в мире по производству как огнестрельного, так и пневматического оружия. На рынке она существует уже более 80 лет и представлена в 60 странах мира. Помимо пневматики, «Хатсан» изготавливают охотничье и боевое оружие. Также компания выпускает торпедные аппараты, скорострельные орудия и пусковые установки для оперативно-тактических ракет. В процессе разработки и производства оружия применяются самые современные технологии. Что касается пневматических винтовок, то компания «Хатсан» здесь представлена в самых разных сегментах. От недорогих пружинно-поршневых винтовок стоимостью до 10 тысяч рублей, до многозарядных PCP винтовок «Хатсан» серии «Галатиан», относящихся к премиум-классу. «Хатсан» производит одни из самых мощных пневматических винтовок в мире. Скорость полета пули калибром 4,5 мм может превышать 500 метров в секунду. Марка «Хатсан» представлена на российском рынке следующими видами оружия. Это пружинно-поршневые винтовки, источником энергии в которых является витая пружина. Они, в свою очередь, делятся на винтовки-переломки, которые взводятся и заряжаются путем перелома ствола, и винтовки с подствольным взводом, которые взводятся при помощи подствольного рычага. Также на нашем рынке представлены и PCP-винтовки «Хатсан» с предварительной накачкой. Источником энергии является воздух под давлением до 200 атмосфер. Безусловно, самый распространенный и доступный вид пневматических винтовок «Хатсан» — это пружинно-поршневые винтовки-переломки. Эти винтовки производятся в трех ствольных коробках. «Хатсан» 33-35 серии, «Хатсан Страйкер», «Эдж 1000С» и «Хатсан 55-90 серии. Также «Хатсан 102...» Также к ним относятся «Хатсаны» 125 и 135 серии. Как правило, винтовки этих серий изготовлены из пластика и имеют разные расцветки. Камуфляжные, окрашенные под дерево и в черном цвете. Также имеются варианты винтовок в полностью деревянном исполнении. Изготавливаются они из турецкого ореха, покрытого лаком. Винтовки этих серий могут комплектоваться сошками, прицелом, а также плечевым ремнем. Во все винтовки можно установить либо обычную усиленную пружину, либо газовую пружину, которая также дает усиление. Также на стволах этих винтовок может располагаться саунд-модератор для снижения уровня шума. Следующий тип винтовок «Хатсан» — это пружинно-поршневые винтовки с подствольным взводом. Эти винтовки обладают повышенной точностью за счет более жесткой фиксации ствола. Но такая винтовка перезаряжается немного дольше, за счет чего темп стрельбы из винтовок с подствольным взводом ниже. Производятся они в двух ствольных коробках, а именно модели серии «Хатсан 100 и 105» и серии «150 и 155». Винтовки этой серии часто комплектуются сошками. Они также могут изготавливаться из пластика или дерева. Существует несколько расцветок пластика. Это камуфляжный, под дерево и черный цвет. Также они могут различаться между собой формой рукояти и приклада. Само собой, в эти винтовки можно установить как усиленную пружину, так и газовую. Но и самые дорогие винтовки «Хатсан» — это винтовки «Хатсан PCP». Они стреляют за счет энергии, сжатого под давлением до 200 атмосфер воздуха. Накачивается он в ресивер высокого давления, установленный под ствол винтовки. В зависимости от объема, его полной накачки может хватить на 40-80 выстрелов. Все PCP-винтовки «Хатсан» многозарядные, комплектуются от 1 до 3 обоим в виде барабанов на 10 или 16 пуль. Заправляются они при помощи насосов высокого давления или заправочных станций. Естественно, у компании «Хатсан» есть собственный насос высокого давления, который вы также можете приобрести у нас. PCP-винтовки отличаются высокой скорострельностью и удобством эксплуатации. Они комплектуются сошками и плечевым ремнем. Корпус данных винтовок изготавливается либо из черного пластика, либо из дерева, покрытого лаком. Также эти винтовки отличаются широкими возможностями для тюнинга. Например, установив усиленную иглу клапана, вы заметно повысите скорость выстрела из винтовки. Что же касается общих характеристик винтовок «Хатсан», то все модели оборудованы автоматическими предохранителями кнопочного типа. Как правило, они расположены строго посередине задней части ствольной коробки и встают в безопасное положение при зарядке винтовки, что позволяет предотвратить случайные выстрелы. Все стволы винтовок «Хатсан» калибра 4,5 мм нарезные, обеспечивают увеличенную дальность, кучность, а также точность стрельбы. Подавляющее большинство моделей снабжены затыльником из вентилируемой резины. Также эти винтовки оснащаются прицельным приспособлением открытого типа. Это мушка и регулируемая прицельная планка с фиброоптическими нитями.
И естественно, большая часть всех рабочих механизмов в винтовках, в том числе ствольная коробка и ствол, сделаны из стали и покрыты воронением. В нашем магазине представлен большой ассортимент винтовок Hatsan на любой вкус. Каждый может подобрать то, что нравится и подходит именно ему. Для начинающих стрелков подойдут, например, винтовки Hatsan 70-й серии. Их цена составляет менее 10 тысяч рублей. Такая винтовка в пластиковом корпусе неприхотлива и удобна в эксплуатации. Отлично подойдет для того, чтобы обучаться стрельбе. Для продвинутых любителей отличным выбором станут винтовки Hatsan 125-й серии в пластиковом корпусе или Hatsan 135 в деревянном. Эти винтовки стреляют с мощностью, достаточной для охоты, но обладают одним минусом – долгая перезарядка. Бескомпромиссный вариант, конечно же, это PCP-винтовки. Они стреляют мощно, быстро и тихо. Хороший вариант такой винтовки – это, например, Hatsan 44-10. Все винтовки отлично подойдут для охоты, а также для спортивной и развлекательной стрельбы. Также вы без труда сможете установить на винтовке Hatsan дополнительное прицельное приспособление, например, оптический прицел. Полный ассортимент винтовок Hatsan и аксессуаров к ним представлен на нашем сайте. Ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».